Знаменитый второй промысел месторождения «Медвежье» еще в работе. Сейчас одна из забот – помощь соседке. Фонд скважин «Тройки» в связи с реконструкцией выведен на двойку. ГП-2 в эксплуатации вот уже 42 года. Специалисты говорят, вся технология подводится к тому, чтобы постепенно выводить оборудование в связи со снижением объемов. И вот что ждет промысел в скором будущем. По двойке у нас строится сборный пункт, перерезается газосборная сеть на сборный пункт. И газ, не заходя на ГП-2, идет сразу по вводному коллектору на ДКС-3. То есть работа, повторюсь, не новая, она была реализована на пятерке и на семерке. Здесь понимание, как это делать, есть. Работа знакомая и вместе с тем огромная. Предстоит провести немало мероприятий по выводу из эксплуатации ГП-2. Очень большой объем входит в них. Это и пропарка оборудования, и отглушка. То есть работ будет много, да. И персонал должен быть сплоченным в данный момент. То есть там много работ повышенной опасности, то есть огневые, газоопасные. Это в первую очередь отключение газовых коммуникаций, инертизация оборудования, вывоз ГСМ, товаро-материальных ценностей. По словам руководства МГПУ, на двойке трудится высококвалифицированный, ответственный персонал. Необходимую помощь газовикам окажут коллеги соседних промыслов. В том, что работа по выводу ГП-2 пройдет успешно, здесь не сомневаются. Это заключительная стадия разработки любого месторождения, этого не избежать. Это надо понимать не как вывод из эксплуатации, а как движение вперед, что к новым горизонтам и к открытию новых промыслов и в дальнейшей жизни месторождения «Медвежья». Реконструкция месторождения «Медвежье» означает модернизацию всей технологической цепи. Это продлит срок эксплуатации до 2030 года. Светлана Тусида, Сергей Черков, телевидение общества «Газпром. Добыча на дым».